И снова здравствуйте, и снова моя кукла. И в этот раз я хочу показать вам, как глаз вышить. Вот так же, как мы рисовали глаз, точно так мы его рисуем, только нитками. Для этого нужна пряжа потолще. Мы выбираем пряжу такой толщины, как мы вязали саму куклу. Можно даже чуть-чуть потолще, можно такую же. В идеале такая же, чтобы была. Ну, других цветов, вот цвета глаз, какие мы хотим взять. Черный, коричневый для бровей, например, или черный тоже на брови может пойти. Голубой, зеленый. И опять же, карие глазки могут быть. То есть выбираем, какие мы хотим сделать ей глаза. И, соответственно, вышиваем так же, как я буду сейчас вышивать эту куклу. Я решила сделать здесь, показать вышивку не гладью, а вышивку именно по кубикам. То есть глаза вышиваются такими же кубиками, как и само лицо вязаной куклы. То есть они выглядят как будто вывязаны сразу. То есть они тоже такие вот с пикселями такими выглядят. Поэтому вот я хочу предложить такой вариант вышивки вот глаз. Тут надо вышивать по клеточкам, поэтому вот находим центр, скажем, вот он, центр носа, да, вот от центра носа вот так вот сюда, в серединку. Здесь я вывела нитки, это вы на них не обращайте внимания, они просто потом спрячутся. Это так, чтобы их вывести куда-то отсюда, но не отрезать. Поскольку один глаз вышили, вышиваем второй, вот я их вывожу просто где-то посерединке при переходе на этот глаз, чтобы вам показать сейчас. И вот находим центр. Центр я нашла вот тут. Вот получается между дырочками. Вот дырочка одна, дырочка вторая. А вот у меня серединка получается вот тут. И вот я с этого места отсчитываю, чтобы найти центр глаза, то есть до зрачка. Вот 1, 2, 3. Дальше вот он четвертый. И вот он пятый. То есть начало зрачка начинается вот с пятой дырочки отсюда. Здесь тоже центр. Отсюда считаю 1, 2, 3, 4. Вот начало черного цвета. Нужно начать отсюда. Это многие люди говорят, что у них не получается симметрично. Глаз один дальше, один ближе. Вот как бы ориентир такой надо себе найти. Это зрачок. Он будет центром глаза, и тогда глаза будут расположены на одинаковом расстоянии. Ну, а дальше вот рисунок. Здесь, конечно, идет у нас косая линия прокрутки, как всегда она есть. Поэтому здесь оно вот шло ровно по, скажем, по рядочку, вот по этому вертикальному, вот так в сторону. Здесь же придется делать по-другому. Поэтому просто тут уже надо вот наблюдать как бы вот так вот за уровнем. Для начала вот в эту клеточку, значит, выводим... В пятую заводим, выводим нитку, делаем стежок сюда, вот так сюда, и рисуем такой вот крестик. Вот крестик один нарисовали. От пятой клеточки вот в шестую мы сделали зрачок так же, как вот тут. И теперь его делаем стежки еще вот так вот вокруг этого крестика, для того, чтобы вот полностью закрасить зрачок в черный цвет. Дальше вот так сюда идет. И вот так сюда. Черный цвет. После этого нужно вывести вот в этот уголок. Уголок у нас опять же, вот он центр у нас. Получается, здесь вот он вышел на серединку, а здесь ровно на дырочку, на вот эту. Значит, мы отсюда считаем 1, 2, в третью. Вот так вот поставлю булавочку, чтобы вам было понятно. Вот. И теперь я делаю этот стежок четвертый, вот этот вокруг, который идет, и вывожу вот так сюда, где у меня эта булавочка, в эту же дырочку. Вот, зрачок я сделала такой же, как здесь. Небольшой. Можно сделать больше, но я подумала, что мне этого будет достаточно. Пока я оставлю эту нитку здесь. В общем-то, куда угодно. Вот, теперь я возьму голубой цвет. И вывожу ее вот так сюда рядом. То есть ее я верну обратно сюда, это чтобы короткая иголка переходить. Я вывожу ее вот так сюда, напротив черного. Черной точки, но уже теперь в клеточку, которая, вот видите, здесь она утонула, а в клеточку, которая на один шаг в сторону. И теперь делаем стежки вот так вот напротив сюда, а здесь делаем не вверх, а вот сюда наискосок.
Теперь вот так сюда. Нитки эти туго не затягиваем, чтобы они были попушистее. Вот так вот делаем стежки по кругу вокруг этого зрачка. То есть вот тут вот напротив мы делаем стежок вниз, здесь и здесь. А вот эти наискосок делаем, углы срезаем, так сказать. Здесь я еще делаю вниз, а здесь наискосок опять. И здесь срежем угол. Вот. А теперь нам нужно сделать так, чтобы вот это вот тоже внутри закрасилось. Поэтому тоже делаем стежки. Переходим вот так поближе к черному цвету вот сюда. И теперь вокруг него также обошьем просто вот по этим, по стежкам. Как мы вышивали черными нитками, также вышиваем голубыми, но кладем их просто рядышком с черной ниткой. Вот так. То есть вокруг из точки в точку, но рядышком с черной ниткой. Сбоку черненькую сюда, голубую сюда. Не затягиваем, чтобы она была видна. Вот сюда. И выводим ее вот так сюда, посерединке, вот между этими двумя голубыми нитками. Здесь делаем стежок вот так сюда тоже, посерединке, между дырочками вот этими, сюда делаем стежок. И выходим тоже сюда, вот посерединке, опять между нитками. Вот так вот укладываем этот стежок вот так сюда. И закрашиваем таким образом вот это вот пустоту. Здесь тоже сюда в серединку и выходим в серединку напротив. Тут между нитками. Укладываем нитку сюда. Теперь здесь в эту же точку, а здесь в эту, где мы начинали. Так, и закончим опять сюда в серединку. Теперь можно выйти в центр, чтобы начать второй глаз вышивать для вас, если вы первый вышиваете. Если второй глаз, как я, вышиваете, то тогда выходим вот так сюда. Уложили. Вот когда мы прижмем, теперь все это спряталось. И здесь зацепимся за вот эту же ниточку, что рядышком, вот так, и завяжем узел. Подтягиваем его туда вниз, вот так, еще раз сюда, и подтянем опять же туда вниз хорошо, чтобы он низко сел, вот так, чтобы его не было видно. И втянем его вот в эту ближайшую дырочку, выйдем где-нибудь в стороне, для того, чтобы там нитку отрезать, а вот эту спрячем узелок вот так сюда. Вот, сделали, теперь можно отрезать эту нитку. Подтягиваем ее хорошо, она там прыгнет внутрь, и все. Теперь мы возьмем нитку и выведем белую вот сюда вот в уголочек, где у нас выведена черная нитка. То есть вот сюда вот так вот. Вот. И теперь вышиваем вот эту нижнюю часть глаза. Для этого мы идем вдоль вот этого ряда. Вот так вот. И вокруг вот этого, опять же, голубого по кругу идем по клеточкам. То есть вот так вот делаем стежки. Из точки в точку. Не затягиваем туго, опять же, нам нужен объем. И теперь отсюда разворачиваемся наверх. Вот так вот. Здесь могут быть немножечко разница. Смотрите за тем, как ложится. Если сделать вот так стежок, может быть слишком узкое вот это расстояние. Если сделать так, может быть будет слишком большое. Но
как бы уже определяетесь для себя, плюс-минус. Я сделаю так чуть-чуть пошире, потом вот этой черненькой чуть-чуть прикрою. Поэтому как бы не переживаю об этом. А здесь на одну клеточку, как бы в следующую от голубой клетку, вот так сюда, я делаю стежок вот белый. Здесь вот мы смотрим, у нас идет он чуть-чуть вот тут наискосок, а дальше возвращается обратно. То есть здесь вот так вот мы выйдем вот в эту клеточку, где у нас голубой начинался. Когда мы дошли до этой высоты, что и голубой, а здесь вот мы переходим сюда в уголок. И здесь теперь обшиваем вот так вокруг. Тоже сюда. Вокруг голубого укладываем эту нитку, а стежки делаем в ту дырочку, где были сделаны стежки голубые. Здесь он у нас не уходит высоко, поэтому мы сюда не поднимаемся, оставляем вот здесь. И теперь мы можем отсюда, вот вернулись сюда, а здесь выходим теперь в этот уголок глаза. Мы можем вышить вот этот уголок глаза. Для этого мы вот так разместим нитку за голубой. Вот так. И теперь делаем стежок вот так сюда. На одну клеточку. Вернемся опять вот в эту дырочку. И сделаем стежок сюда. Выйдем в эту. Теперь закрашиваем вот эти вот между ними, то, что осталось у нас не закрашенным. То есть мы опять выводим сюда. Здесь у нас вот тоже дырочка есть свободная, мы в нее тоже выведем. Вернемся сюда. Смотрим, где у нас есть просветы более-менее выраженные, более сильные. Там повторим просто еще разочек стежок. Нитки выводим. Делаем стежок немножко вот так с голубого на черный. А здесь сделаем вот так вот, выведем сюда в уголочек черного. Вот так наискосок сделали, а это опустили вот так сюда вниз. После этого выводим сюда вот в угол. Теперь я здесь захвачу за вот эту ниточку, например, которая выходит тоже сюда, к этой дырочке, и завяжу узел. Узел завязываем опять так же, как там завязывали, то есть натягиваем так до конца, чтобы сил здесь. Теперь эту натянем и тоже прижмем, так, чтобы она хорошо пришла сюда. Ниточка, узелок так подтягиваем. Теперь в эту же дырочку заведем иголку и выведем куда-то здесь в сторону снова, для того чтобы втянуть этот узелок вот в эту дырочку. Так подтягиваем туда хорошо, он провалился, и обратно вот так сюда чуть-чуть поставить. Теперь возьмем синюю ниточку и немножечко добавим оттеночка для глаза. Так он выглядит живее, поэтому мы выведем вот так сюда в уголочек, где у нас голубая нитка идет сюда. И сделаем стежки вот так вот сюда, небольшие такие тоже, между голубой и белой ниткой. Просто берем и прокладываем эту ниточку тоже небольшими стежками такими, для того, чтобы она
хорошо ложилась. Не затягиваем ее тут, кладем ее сверху, укладываем так, чтобы она не проваливалась. Здесь вывели в ту же точку и сделаем опять узелок. Направляем вот так эту ниточку так сюда, в этот угол, где мы заканчивали вязать. Туго не натягиваем здесь вот, чтобы она здесь туго не легла и белую не закрыла. Вот так вот сюда. Теперь подтянули ту, подтягиваем вот эту вторую в этот же уголочек вот сюда. И теперь вниз опустимся туда. И тоже отрежем эту нитку, выведем вниз. Вот так подтянем обратно. Сделали эту часть глаза. Теперь возьмем черную ниточку. И сделаем вот эту обводочку. Эту обводочку мы делаем тоже вот так вот из этого уголочка. Мы делаем наискосок вот так сюда. А здесь немножечко опускаемся вниз, поэтому я вот так вот сейчас выйду сюда, а потом вот так чуть-чуть ниже за эту белую выведу. Теперь переходим вот в этот ряд, в следующий. И сделаем еще вот так стежки сюда. А здесь выйдем вот сюда, чтобы переход был плавным. Расширяем только тот кусочек контура, который сзади уходит назад глаз. Вот так сюда. Еще раз вернемся вот сюда, в серединку между этими ниточками. И сделаем стежки снова вот тут между ними, положим. И здесь выйдем вот сюда ниже еще на один стежок. Здесь вот закрасили эту черненькую линию. Эти немножко прижмем вниз, а здесь сделаем более плавный переход вот так сюда, чтобы оно закрыло. Надо. Выведем вот так сюда ее пониже. И здесь укладываем ее вот так вот полукругом небольшим, как вот тут, таким небольшой черточкой. Такой. Сделаем вот так сюда стежок. Вот такой он коротенький там тоже. И выводим его вот в этот угол, этот кончик иголки. Черный цвет. Вот так вот мы ее здесь положили. Вот. Небольшая черточка, она прикрыла лишний угол вот черного, ой, белого. Лишний угол белого цвета она прикрывает у нас. Ну, делаем так, чтобы она белый здесь не выглядывал, но она бы вот так чуть-чуть прикрывала бы черный цвет. А теперь захватываем вот эту черную ниточку здесь еще. Она у нас спряталась тут под белыми. Мы ее сейчас немножечко как раз подчеркнем и завяжем узел. Узел завязываем, подтягиваем вот так. Сюда еще подтянем, чтобы узелок плотно завязался. И теперь его прячем в эту дырочку, которая у нас там. Это натянулась у меня, я ее верну обратно. И теперь вот сюда вот, в эту дырочку, куда ближе этот узелок лежит, к какой дырочке, туда и выводим. Черный цвет нам больше не будет нужен, так что мы его можем вывести на край опять же и утопили внутри этот узелок, чтобы здесь толщины большой не было у нас.
Подтянули внутрь туда его. И отрезаем. Сделали. Теперь мы возьмем коричневую нитку и будем вышивать брови. А брови вышиваются вот таким вот образом. Они находятся на уголочке глаза, вот уровень уголка глаза. Если по прямой направить, вот так вот, то есть не смотрим на клеточки, смотрим на вертикаль. Вот у меня на первый уровень я подняла на 2 выше. И делаю вот так один стежок. Вот так второй сюда. Выходим сюда. Можно просто по прямой это вышить. Бровь ровную. Можно выше поднять, можно ниже. То есть форму брови вы можете выбирать по своему желанию, конечно же. Вообще все делаем по своему желанию. Сам себе художник, сам себе режиссер. Что хотим, то и делаем. Как нам нравится, как нам видится. Не все куклы должны быть веселыми, не все должны быть печальными. Все должны быть разными. У них тоже бывает разное настроение. Вот я сделала здесь 1, 2, 3 и 4 опустила еще вниз. Вот я так сделаю здесь, чтобы были брови похожи. Сделали вот так и подтянем туда, спрячем узелок этот. Все. Теперь отрезаем эту ниточку. И последнее, что у нас осталось, это еще сделать вот эту вот светлую, выложить вот тут сверху, для того, чтобы она имитировала как бы веко. Так, видите, здесь оно выглядит не очень гладко. Здесь вот как бы сглаживает линию, смотрится она интересно. Но я это провела здесь, вывела вот сюда вниз в уголочек рта. Рот я и хочу сделать, чтобы она чуть-чуть улыбалась у нас. Поэтому я вывела сюда. Здесь я вот так вот закреплю, захвачу за столбик вот вниз, чтобы она не стянула нам вот это, не потянула вот эту нитку. И теперь я вывожу вот сюда вот. Можно чуть ниже уголочка глаза. Вот в линию, которая у меня нарисована была, глаз был слишком большим, я его уменьшить решила. И теперь я вот так прижму и подтяну. Здесь через одну клеточку сделаю вниз и выйду снова в эту точку. Прижимаем, просто помогаем подтягиваться, чтобы она нам не нагружала сильно нитку. Вот так вот. Теперь я опять сюда вниз. Или вверх там надо. Опять в эту же дырочку заведу, вот так только рядышком, в ту, что заводила, там на один столбик ниже выведу, вот здесь, в ту, что завела. Делаю еще один стежок вот так через одну сюда и выведу снова в эту же дырочку. Вот так и подтяну еще глаз. Вот так вот мы сделали вот такую улыбку, и немножечко глазик у нас углубился. То есть он не такой выпуклый, а более естественно ушел туда вниз, уголочек глаза, под щечку. Теперь здесь закрепимся вот так вот, удерживаем вот этот зажим. Он не сильно тугой, второй должен быть послабее немножко, чем первый, натяжка в смысле. И теперь мы сделаем вот так, закрепим здесь, можно даже на узелок вот так, чтоб не убегала, вот, и чтоб не стянула с этой стороны. Уголок рта этот чуть-чуть вот в сторону от уголка глаза, на 0,5 сантиметра, например, достаточно. Вообще это зависит от того, какой вы хотите рот сделать, побольше, поменьше, рты разные бывают. Вот, теперь опять захватываем вот так иголкой внутрь чуть-чуть и выходим сюда опять же напротив уголка глаза. Это для того, чтобы холофайбер там внутри оказался. Не пусто, а с холофайбером зажимаем. Вот. И теперь делаем через одну стежок сюда. Возвращаемся обратно в эту точку. Вот так. И теперь делаем подтяжку лица. Вот теперь она у нас так вот улыбается немножко.
Если не хотите, чтобы улыбалась, можете не делать этого, она будет у вас без улыбки. Серьезные куклы тоже интересны. И печальные детям очень нравятся почему-то. Теперь опять через одну в сторону, вот так сюда, и возвращаемся в эту точку. Вот так вот подтянули. Теперь закрепим здесь на узелок. Вот так вот затянули. Вот, чтобы оно не растянулось. И теперь опустимся сюда и выйдем вот так вот на уровне вот этой белой ниточки. То есть где-то вот тут вот выводим ее в уголочек глаза. Так, чтобы она вот там, ровно там, где черная нитка выходит. Вот, чтобы она была прямо из черной ниточки, скажем, рядышком с ней. Тут подтянули, все на место стало. Теперь мы укладываем вот эту нитку. Эту нитку мы укладываем просто так. Вот тут не до конца, а вот в этот уголочек. То есть не в самый край, а вот так чуть-чуть не до края. Можно здесь вот так вот захватить заодно за основание столбика и вывести. Вот эту нитку мы укладываем вот так ровно. Теперь возьмем клей. Мы здесь немножечко поклеим, чтобы не делать стежки. Можно взять бежевую нитку, катушечную простую, и ею пришить эту ниточку незаметными стежками. Но это все равно стежочки будут заметны. Чтобы веко казалось совсем ровным, его все же лучше вот так вот подклеить. Вот эту линию мы укладываем и натяжку регулируем в зависимости от того, как мы хотим, чтобы она выглядела. Вот так вот чуть посвободнее или чуть понатянутее где-то. Вот тут чуть понатянутее, тут чуть посвободнее. Вот так вот мы ее укладываем. Прижмем слегка, вот пусть подсохнет, прихватится. И здесь вот за уголочек вот так вот где-то зацепимся за ниточку. Буквально вот так вот, совсем чуть-чуть. Завяжем узелок, не затягиваем, следим, чтобы там не стянулось у нас веко. Дайте высохнуть, потом завяжите, если что. Вот так вот завязываем узелок и прячем его внутри. Отрезаем ниточку. Вот такие два глаза мы вышили кукле. Эту куклу можно стирать, потому что все спрашивают, можно ли стирать нарисованные глазки. Нет, это интерьерная кукла, и обычно она не стирается. Вот такую куколку, если вы вышите ей глазки, вы можете ее постирать. Ей уже ничего не будет, с ней ничего не станется. И теперь остались у нас еще губки. Губки мы будем вышивать красненькой ниточкой. Поэтому сделаем вот так вот. Заведем сюда, в этот уголок, где у нас ямочки эти. Спрячем где-нибудь там внизу этот узелок, чтобы он у нас ушел внутрь. И выведем в этот уголочек, где затянуто в ямочку. Вот так. Теперь делаем стежок. Вот у нас есть ряды, здесь несколько штук, выглядит как бы выходят все почти из одной как бы точки. Вот самый верхний ряд идет вот этот. Вот мы находим серединку носа вот так вот и зацепимся сюда в середину ряда. Выйдем опять в этот уголочек. Оставим иголочку вот так торчать и наматываем 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, подтягиваем вниз вот так сюда, 5, 6, 7, 8, 9, если иголка длинная, то удобнее, 10, 11, 12, 13, 14 я сделаю оборотов, там у меня поплотнее, здесь я
14. Здесь я чуть-чуть вот так вот послаблю, чтобы было потолще с этой стороны. И подтягиваю теперь нитку. Здесь вот эти удерживаем, а вот так вот тянем. Вот, после того, как она натянулась, направляем ее вот так сюда и укладываем здесь. Вот так наверх уложили. Теперь отсюда делаем стежок. Так, вывели сюда ниточку. Теперь сделаем стежок вот так отсюда, где эта нитка выходит. И туда возвращаемся, в эту точку опять же. И наматываем теперь снова на нитку, на иголку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 намотали. Теперь подталкиваем иголку туда дальше и подтягиваем. Если туго намотана, иголка будет плохо проходить, поэтому немножечко можно послабить. Немножко можно послабить вот эти нитки, раскрутить их, тогда иголочка пролезет. И теперь здесь вот поплотнее делаем, а здесь чуть-чуть посвободнее. И подтягиваем. Опять же, вот это вот расслабляем чуть-чуть сюда. Ниточку натягиваем, плотнее ляжет вот эта штучка. Сделали. Теперь уведем ее сюда внутрь и выводим снова в уголок сюда. Теперь сделаем вот так. Заведем иголочку в этот уголок сюда. Тоже вот тут рядышком, и выведем снова в эту же точку эту иголку. Если она у вас короткая, как у меня, ее можно слегка вот так вытянуть. И теперь наматываем на нее оборотов, так штук 30, таких свободненьких, не затягиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот так раскручиваем, укладываем сюда. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 свободненьких. Следим, чтобы были ровненькие они здесь. 16 одинаковые. 17, 18, 19, 20. У меня больше не влазит уже. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Вот так вот раскручиваем. Видите, вот тут вот можно их скрутить, можно раскрутить. Вот так вот потолще делаем. И вот на всю иголку. Я еще ее чуть-чуть вытащу и вот так сюда и продолжаю. 3, 4, 5, 6. И раскручиваю. Хочу, чтобы была губка потолще. Равномерненько вот так вот. Вот штук 30 я уже набрала, поэтому вот так вот теперь рукой здесь придерживаю, чтобы не соскочило. Вот так вот раскручиваю чуть-чуть их, чтобы они вот тут были толстенькие в серединке. В середине. Края могут быть потоньше. Вот так. Теперь вытащим эту сюда нитку, вытаскиваем в эту вот нашу намоточку. Проталкиваем в ней и тянем. Вот так вот. Можно здесь немножечко вот так вот подтянуть. И теперь можно здесь вот поправить. Сделать, чтобы тут было потоньше. По центру потолще. Вот так вот. И вот так сюда уходим опять потоньше. Если вам вот это вот все очень тяжело дается или не получается регулировать, можно просто несколько стежков нитки туда-сюда проложить и вышить вот так вокруг стежочками. И если нет, можно вот так, как я, попроще. Так проще, ну, немножко сложнее может быть вот в самом регулировке вот этого вот утолщения и так далее. Вот сейчас я вот тут еще зацеплюсь, чтобы узелок завязать.
где-то там поглубже, чтобы не было его видно. Вот так вот. Теперь я подтягиваю столько, сколько мне нужно. То есть я сюда чуть-чуть подтяну еще. И сюда. И регулирую, чтобы губа была вниз. Вот так открыта я хочу. Поэтому я ее не затягиваю туго. И здесь завязываю узелок теперь. Удерживаем. И прячем внутри вот эту вот нитку красную. Все. Открытость рта я вот так отрегулировала. И нужно взять еще белую нитку и проложить ей зубки тут внутри. Смотри, короткая ниточка. Заводим ее где-нибудь тут снизу тоже, чтобы меньше было видно. Выведем вот так не с самого уголка, а так чуть-чуть ниже, чтобы она там не расталкивала нам рот. Вот. И здесь тоже вот так вот чуть-чуть, не доходя до самой ямочки туда. Сделаем один раз, выведем в ту же точку, проложим белую нитку вот так разочек, повторим второй раз. Можно и третий, если вы хотите сделать пошире рот, тогда еще можно вот так чуть-чуть ниже, сюда ближе начать, и вот так уже не в эту же точку, а вот так чуть-чуть пониже. Уложили вот, и вот так сюда где-то чуть-чуть тоже поближе. Вернемся в эту же точку. Так будет третий стежок. Здесь мы за него сразу зацепимся, чтобы завязать узелок. Удерживаем ниточку там. И прячем этот узелок в эту ямочку, в дырочку. Вот так втянется внутрь, и рот закрылся. Белые зубки сделали. Заправим эту ниточку в иголочку, вот такую вот тоненькую, простую ниточку берем. В одно сложение, нам в два не надо, эти нитки достаточно прочные. Узелок завязываем такой потолще, чтобы он здесь не проскочил нигде. И нам нужно немножечко закрепить эти губки. Подтягиваем вот эти вот ниточки сюда чуть-чуть, чтобы толщина губы была ровная. Заводим где-то здесь ее, хотя можно прямо здесь и завести ее. Лучше спрятать все-таки. Прячем туда вот узелок, втянем. И теперь вот как губа лежит вдоль этих зубов, так вот мы ее немножечко прикрепим, чтобы она у нас не вытягивалась со временем, как бы, и не это, не деформировалась. Мы ее просто вот так вот прикрепляем. Не туго, легкими стежками, но чтобы она не двигалась. А то она у нас прям разговаривает, кукла туда-сюда губой шевелит. Вот такими небольшими стежками по прямой, незаметными здесь, чтобы они были не сильно заметны. Вот мы закрепили губу, теперь она у нас вот как бы более-менее держится на месте. И с этой стороны теперь тоже вот, либо вы ее оставляете вот так по прямой, либо вы ее вот так захватите где-то вот тут вот сверху и поднимете чуть-чуть повыше вверх. Я вот так ниточку вывела просто теперь туда. Вот так можно подтянуть немножко кверху. Выйти сюда напротив. И сделать такую же точно закрепочку с этой стороны. Это чтобы губы здесь не тоже не шевелились, не смещались вниз или вверх куда-то, то есть не деформировалась форма губы, чтобы она у нас держала форму вот такую, как мы хотим. Закрепляем эту ниточку здесь на узелок тоже,
прячем его внутри. Вот они больше у нас не будут уже двигаться никуда и шевелиться не будут. Они будут держать вот ровно форму, так как мы их уложили. Улыбка вот такая вот у нас есть, и носик такой, курносик есть. И теперь мы можем нарисовать ей румяна, и наша кукла готова. Ну, теперь возьмем румяна и просто подрумяним щечки. Чуть-чуть кирпочку. Вот так вот сделали вот такую вот куклу. Это как один из вариантов вышить глаза. Есть, можно вышить их гладью, конечно, можно по-разному.